Сергею Белякову 16. Уже 2 года он занимается в секции автоспорта Центра внешкольной работы. Начинал учиться ездить на шестерках и копейках. В этом году дорос до багги и начал ездить с тренерами и ребятами из клуба на соревнования. В июне за рулем своего гоночного автомобиля Сергей завоевал серебро первенства по автокроссу выше радуги в Касимове. Проезжали мы достаточно длинную дистанцию, которая занимала почти 7 кругов. Впечатлений было куча на самом деле. Вся эта атмосфера, которая возлагается на тебя, дает очень яркие эмоции и незабываемые воспоминания. Для Виталия Дородного соревнования в Касимове были первыми. Юноша не занял призового места, однако это его не расстроило. Самые главные соревнования у него еще впереди. Виталий один из ветеранов секции, занимается с 11 лет. В этом году ему доверили управление спортивным автомобилем. Как на обычной машине, у нас коробка механика, 3 педали. Трогаться все так же, только на соревнованиях по-другому, нужно быстрее. Ездим, по сути, как на обычных машинах на тренировках, но все равно приходится прибавлять где-то, чтобы это спортивная машина, и нужно на ней не просто кататься, а ездить и добиваться каких-то целей. Помимо правильной и безопасной езды, ребят учат обслуживать автомобили, менять детали, проверять жидкости. На трассе рядом с гонщиком нет папы или мамы, рассчитывать приходится на себя. К тому же эти навыки пригодятся потом, во взрослой жизни. Чтобы ухаживать за машинами, двигатель как устроен, вот все, учиться водить. Нас раньше, все умели водить, вот тогда, помню, первый раз все с первого раза не тронулись. Но вот все равно, потому что волнение было, когда первый раз сели. Вот. Но так сейчас уже все нормально, все уже быстро ездит. Большое внимание в секции автоспорта уделяют безопасности. У каждого водителя багги специальный огнеупорный костюм. Бывает, что машины вылетают с трассы, но благодаря соблюдению всех требований ребята отделываются легкими ушибами. Автоспорт – самый безопасный вид спорта. То есть они все едут в машине, безопасность у нас на гонке превыше всего. То есть они обязательно пристегнуты ремнями, в шлемах, везде каркас безопасности. То есть они полностью, это металлические трубы, у них все там закрывает. Сейчас юные гонщики вместе с педагогами Андреем Антроповым и Виктором Комаровым готовятся к соревнованиям в Арзамасе. Влиться в дружный коллектив секции и познать все тайны автомобилей могут ребята от 12 до 17 лет. Справки по телефону 98-103 и на интернет-портале «Навигатор-52». Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».